Детское и взрослое отделение, отдельные изоляторы для инфекционных больных, процедурная в новой врачебной амбулатории поселка Нагорный побывал мэр Казани Ильсур Мешин и новый министр здравоохранения Адель Вафин. Ее построили в рекордные сроки, всего за 3 месяца. Теперь мамам с детьми не нужно ехать в Дербышки. В амбулаторию можно будет сдать необходимые анализы и получить консультацию врача. В перспективе планируют организовать выезд узких специалистов 2 раза в неделю. Жители поселка обратились к градоначальнику из другими вопросами, такими как строительство дорог, установка новых контейнерных площадок и остановочных павильонов. Мы поселок хорошо знаем, и те проблемы, которые есть, у нас ведь не все от того зависит, что мы не знаем проблемы или они второстепенные. Количество поселков, количество проблем у города от желания мэра или министра это не зависит, зависит от того количества денег, которые есть в налогах. В любой вашей семье дети просят, дайте это, дайте то. Вы же тоже в один день все не решаете, правильно? Так же и мы, Казань, одна большая семья, поэтому в один день мы все решить не можем. Но то, что эти вопросы решаются и дальше будут решаться, это мы вам обещаем.